что, ну, я так скажу, я просто не знаю, младший состав правоохранительных органов занимается там городом, там, в общем, проверка городом документов, что так делает. А вот высший состав правоохранительных органов, к примеру, я это точно знаю, со званием майор и выше, там подполковник, полковник, генерал, еще какие-то там звания, они занимаются различными расследованиями, что я и хочу сделать на лидерке. А на посту данного лидера я хочу заняться побольше расследованием, допустим, там убийства, кражи, там похищение, теракт, вот все, что делает крышевание мафии. Вот я хочу на лидерке это по большей части заняться, там в отчет интересно поделать. И вот сделать, чтобы у меня, допустим, с 7-6 ранга сотрудники занимались этим. Конечно, я вот недавно видел то, что-то, по-моему, похожее было в департаменте СФ, то, что детективный отдел, но я хочу немного по-другому назвать. И, скорее всего, последнее, это так не сильно интересно будет, это проводить инструктаж сотрудникам госорганизации моего города. Там, раз в неделю, в воскресенье, я буду проезжать во все госорганизации и проводить инструктаж, что делать при похищении, что делать при терактах, какие действия нужно выполнять. Все, улучшение у меня закончилось. Так, хорошо. Тогда перейдем к вопросам. Вы знаете интервал команды try? Да, 15 секунд. Давайте теперь представим такую ситуацию. Вы единственный лидер в сети. Вам сообщают, что похитили министра обороны. Да? Да. И то есть мафия от него ничего не требует, то есть не будет связываться с вами, какие-то денежные средства требовать. Они тупо пытают министра и хотят подписания договора от него, да? Ничего больше. Вы знаете, что его только похитили, но не знаете, где его держат, сколько людей его держат, кто его держит, да? И вот вам как-то надо его спасать, разруливать ситуацию. И что же вы будете делать, что же вы будете предпринимать? Хорошо. Первым делом главное убрать все волнение из себя. Дальше соберу все департаменты, а также ФБР в одном гараже. Сразу скажу, что буду собирать в гараже ЛВ из-за того, то, что если же собирать, ну, точнее, буду собирать в департаменте ЛВ. Это из-за того, то, что если собирать в гараже СФ или ЛС, у многих игроков нашего сервера ФПС в 2, точнее, в 3-4 раза меньше становится, чем в департаменте, потому что в департаменте объектов меньше, в гараже больше. Дальше собрал всех сотрудников, после чего распределил их на 5 групп, а именно 3 группы объезд 3 городов, допустим, там какие-то людные места, деревни, леса, что-нибудь типа такого, да, и города.